все здесь для животных, от одежды до еды, до медицинских всяких принадлежностей, снеки. That girl was just getting a couple of mice because they feed their snakes. Snakes, I know. It's actually for snakes. I think. That's what they are. They're feeder mice. Да, мышки, белые мышки. Do you like them? It's столпотворение. It's crowded. Походу у Дэвида любимые животные — это мышки. Я очень котика хочу, и я хочу корниша. Ну, кто знает, тот знает. Волнистый так. На сфинкса похож, но с шерстью. Очень хорошие коты. Здесь стоит $1000. И надо ждать. Вот, так что... Так, что здесь? Nothing? Maybe they're sleeping? No. Yeah, nothing. Смотри, тут должны быть животные, наверное, разобрали. Дэвид решил купить рыбки. Вот эта синенькая мне очень нравится. Дэвид, where is yours? Red one? Ему нравится красная. Смотрите, какая красивая. И вот еще вот такая. Вот такой маленький аквариум. Ну, пока. А потом посмотрим. Можно больше. У нас просто много рыб не будет. Камушки выбрал. Прикольный. Так, нам надо узнать, какую еду они едят. И кто из них, мальчик или девочка. Вообще там специалисты есть. Надо нам спросить. Ну что, идем в магазин Aldi. Фиш у нас в машине. Так, ну чего там, застряли? Да, Ди, нашел тележку, и нам не пришлось платить. 25 центов. Давай, заяц, заходи. Как у нас тут в Aldi народ есть? Ну да, есть. Пиццы сюда выставили. Огурцы, помидоры, овощи, фрукты. Какая клубника белая. Нифига себе. Первый раз такую вижу. Что тут еще? Арбуз. Так. Он решил прогуляться по магазину. Я говорю, ну давай. Интересно здесь. Кстати, что-то я тут покупала. Забыла, что. По-моему, соус был хороший. Лиза, пицца. Вот она, наша любимая. 3 сыра. Отличная пицца. Дэвиду очень нравится. Берем. Так, зашли в Aldi, в туалет. Кстати, хороший туалет. Девочки, мальчики, так вот покажу вам. Все чистенько. Отличненько. Водичка, пицца и что там, шоколад. И все. Ничего такого особенного. No, son. Daddy just put it like this. How much? I don't know. You don't know? 19, 13. Oh, cool. How much? $20. Короче, $20. What do you want, bun? Drink? I eat here. I eat? Проголодался. Ладно, поехали домой. Вот он наш питомец. Смотрите, вот такая рыбка красивая. Сейчас что-то она не хочет в ту сторону плыть. Да, это мальчик. Подошел консультант и говорит, нельзя брать 3 рыбы, потому что они будут драться. Ну, в общем, мы решили пока взять 1 рыбку. Если мы купим большой аквариум в будущем, то тогда можно несколько. А пока только 1. Ну, мы решили, что да. Он предложил female, ну, то есть девочек. А, но девочки очень мелкие. Он сказал тоже, с ним не рекомендуют. Вот именно с этим типом рыб. Очередь. Видите как? Время ужина. Занька захотел чикен-наггетсы и шейк. Чоколад? Я? Окей. Шоколадный шейк. Я... Can I get a 6-piece Happy Meal? You want apple slices or soufflé? Apple slices and apple juice. Any sauce? No sauce. Okay. And can I also get a small chocolate shake? Anything else? No, that's it. $9.97. Так, очередь за нами там тоже. $10. Вот так. Вот такой Happy Meal. Смотрите, выдают. Так, Дади, хватит есть ребенка. Смотри, что делает. Выдает. So it's not poison, Дади? Нет. Говорит, нет, не испорчено. Наггетсы, пожалуйста, картошка фри, apple slices,
яблоки порезанные. Кстати, вот я не помню, у нас тоже продавали всегда яблоки порезанные. И вот такой шейк. Игрушка какая-то непонятная. Кто это? Вот у нас пакет для рыбки, для нашей. Где она там еще жива? Дядя у нас добрый приколист, говорит, это вам на неделю развлечение. Такой небольшой аквариум. Но мы решили как? Если мы больше не будем покупать ничего, то, в принципе, в этом оставим. А если будем, то нужно больше. Аквариум там уже с фильтрами, со всеми делами. Короче, вот этот стоит $17. Вовнутрь надо сначала насыпать это, так сказал консультант. Ну и дальше можно, конечно, купить что-нибудь там в виде водорослей. Можно живые, можно неживые. И Дэвид выбрал вот такие камушки. Смотрите. Тоже их насыпем. Так, что еще? А, вот. Вот такой корм. Сказал, хватит на месяц. Я говорю, серьезно? Он говорит, да, щепотку утром, щепотку вечером. Дэвид рад. Видите, какой танцует. Рыбка наша там нормально себя чувствует. Открыла сачок. Смотрите, какой. Да, жалко, что только одну рыбку можно. Ну, посмотрим. Вот это цена, Дэвид. Вот это. О, that's good. Отлично. I like it. Веселенькая. Так. Ядина цена, Дэвид. Flat, yeah. Good boy. Now this one. Видите, как ему интересно. Счастливый ребенок, рыбку купили. Так, Дэвид, засыпаем. Бриллианты. Смотри, что Дэвид придумал. Поставил свой домик, вот такую елку. Она, кстати, такая, знаете, как стеклянная. Отличная идея. И вот это вот мороженое, тоже как из камня какого-то. Дади тоже увлекся. Нам нужна вода, и все, и запускаем рыбку. Дади у нас там что он там делает? Голодный. Экстренный момент, нужно поймать рыбку. Где она там? Ой, вот она боится. И сюда ее. Ну, отлично. Так, вот он хочет есть. He wants to eat, they don't touch. Touch. So, your turn. Can you open? А, давай я помогу, Дэвид. Вот такая еда, ребят, воняет. Давай, давай. Он еще не понимает. Сейчас он приплывет. Давай. Next time. Говорит, надо было сразу все делать там. Я там специально подстилку положила. That's good? Yeah. You like it? Дэвид, mm-hmm. Oh, вот. Спасибо дяде нашему. Принес. Отлично. Beautiful. Ну, что скажете? А, детям нравится. Смотрите, какой радостный. Новый дом для нашей рыбки. Имя еще не придумали. Дэвид сказал, надо ему подумать. Все, мои хорошие, все, мои любимые. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.